Я справлюсь. Боже. Открывай! Скорее! Открой дверь! Открой эту сраную дверь! Я сейчас! Помоги! Помоги Дай мне! Руку. Держу! Вторую руку! Вот черт! Господи! Thank you.
Черт! Ну что за... А ну назад. Они отрезаны. Пока что. Спасибо. Марвин Брана. Леон Кеннеди. Там был офицер. Я не спас. Вставай. Ты сделал, что мог, Леон. Известно, с чего все началось? Без понятия. Но если не будешь осторожен, то тебя попросту сожрут заживо. Я должен был начать еще неделю назад, но сказали не ехать. Ты здесь, Леон, это главное. Лейтенант, я готов. Надеюсь, ты найдешь отсюда выход. Офицер, которого ты встретил... Элиот считал, что есть секретный проход. Просто отлично. Отвезем вас в больницу. Нет, это не в приоритете. Лейтенант, я вас тут не оставлю. Это приказ, салага. Твоя цель — спастись. Я бы помог, но лишь замедлю тебя. Вот. Пригодится. Я не могу... Отставить. Не повторяй моих ошибок. Увидишь этих тварей, в форме или нет. Не вздумай медлить. Убивай. Или беги. Понял? Да, сэр. Не так я себе представлял первый день.
какого хрена? А? Что? Ах ты, падла! Мразота!
зараза. Ну и пиздец.